0,65 на 12 узлах. Полный вперед. Возьми чуть правее. Хорошо. Меняем курс. 0,55 на 12 узлах. У Афродиты есть компания. Да уж. Эй, флиппер! Мы пытаемся поработать здесь. Ему плевать на нас. Стойте, Афродита сменила курс. Это не брачные игры. Он хочет нам что-то показать. Там мертвые акулы. Да, он хочет ее защитить. Дай-ка. А, похоже, кто-то на них охотится. Надо проверить. Это ужасно, но ведь убивать акул не запрещено. Ты видишь лодки? Нет. Вот и я не вижу. Есть и незаконные способы убивать акул. Океан может стать ужасным местом для тех, кто там обитает, и для тех, кто случайно туда заплывает. То, что продлевает жизнь одного, может стать концом жизни другого. Но если вы хотите увидеть настоящий ужас, посмотрите на охотников за акульими плавниками. Они вылавливают живых акул, срезают у них плавники, а потом выбрасывают умирать. И все ради супа из акульих плавников. К счастью, охота на акульи плавники во Флориде запрещена. К сожалению, всем наплевать. Флиппер. Брайан Уимер. Колин Флинн. Пейтон Хаас. Джессика Мари Альба. По мотивам телесериала Рика Браунинга и Джека Каудена. Что касается эксперимента, помоги Кокиту все проверить. О, ни за что. Он в жутком настроении все утро. Да? Тогда не стоит. Вот именно. Простите? Вам помочь? Ага. Всю жизнь ждал, когда женщина задаст мне такой вопрос. Морской патруль. О, вы здесь уже произвели впечатление. Какие вопросы? Я по делу об акульих плавниках. Я не знала, что заведено дело. Заведено.
Вы видели еще какие-нибудь снасти? Нет. Просит, чтобы ее погладили. Вы ей нравитесь. Женщинам тоже. Правда? Я сам наполовину дельфин. О. Смотрите, у меня нос такой же. Когда родит? Как вы догадались? Она действительно хочет этого детеныша, ведь уже было два мертворождения, я не ошибаюсь, так? Так. Кит, я нашла твою родственную душу, разговаривать с дельфинами, как ты. Сэнди. Привет. Рад видеть. Доктор Пэм Блондел. Сэнди, мой старший брат. Уже знакомы. Отлично выглядишь. Так, погоди. Помнишь, что я обещал сделать при встрече? Подожди, ты ведь уже не злишься на меня? Уже нет. Кит! Эй! Грубо, да? Как ты мог так просто взять и ударить? А это его способ сказать, как он скучал. Это вроде семейной традиции. Со стороны его семьи я миролюбивый. Ты хочешь кофе? Очень. А что с Уругваем? Ты же должен быть там и впаривать инкам что-то эдакое. Да, я там был. Но я поссорился с начальником, вот и все. Почему меня это не удивляет? Что ты здесь делаешь? Я увидел по компьютеру твой отчет об охоте на акул и решил сам заняться расследованием. Кроме того, я хотел повидаться с тобой. Ты действительно в морском патруле? Да, и ты только что врезал представителю закона. Знаешь, мне нужно где-то пожить месяц. Я только что переехал из Джексонвилля. Ни за что. Тогда хотя бы неделю. У меня нет комнаты, и у меня не хватит терпения. Одну ночь. Уеду на рассвете. Нет уж. Кит, это твой брат? Да, и я его знаю как никто другой. Живя под одной крышей, мы убьем друг друга. Ладно. Останемся у меня. Нет, ты не знаешь, что говоришь. Я абсолютный джентльмен. Ты будешь спать на диване. А давай бросим монетку. И это, заметь, не шутка. Ну что? Видишь? Орел. А, везучий. Вот уж сомневаюсь. Эй, эй. Как зовут? Флиппер. Флиппер, да? Оригинально. Парень придумал. Кит ненавидит слово «парень». Да. Да, я знаю. Не подходите так близко. Флиппер не любит чужих. Неужели? Смотрим. Давай, давай, давай. Выше, выше, выше. О, молодец. Так, 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 какой хороший мальчик. Вот так, отлично. Отлично. Эй, хватит игр, пошли. На меня нахлынули воспоминания. Вынужден вас отвлечь, студенты. Видели, как рыболовы ставили снасти? Прости, Флип. Надо идти. Работа.
Расскажи о Пэм. О Пэм? Да. Она сильная и умная, неранимая, далеко не наивная девочка. Она из тех, кто легко обмотает твои кишки вокруг шеи, если захочешь ее обмануть. А что? Да так. Между вами только работа? Мы наткнулись на снасти вот именно в этом месте. Вы обмениваетесь исключительно информацией? И акул заметили здесь. Ну, не хочешь говорить, так и не говори. Это значит, что все еще может быть. Ну, чего ты пристал? Ты раньше любил во все лезть. Смотри, 15 градусов к порту лодка. Они забивают акул. Так что будем делать? Попросим разрешения проверить их улов. Ты говоришь, я проверяю. Эй, эй, не мешайте. Сэр, вы прошли на судно без разрешения. Я капитан Минг. Перед вами морской патруль. Вы ведете отлов акул? Нет, на акул мы не охотимся. Да, но в море всякое бывает. Мы хотим посмотреть улов. Джек, открой люк. Как я и сказал, акул нет. Как он и сказал, акул нет. Акул нет. Хорошая девочка. Ты не дал мне слова сказать. Они бы ушли. Они бы и так ушли. У них все нормально. Ты сказал, что видел акул на борту. Я видел. Я видел акулу на борту. Да, размером с креветку. Ты совсем не меняешься. Придирки, придирки, придирки. Придирки? Это ты настоящий зануда. О чем спор? Так, этот парень немного ошибся в суждениях. Это он на меня давил. И не называй меня парнем. Вы спорите круче, чем мы с бывшим мужем. Мне нужно было их поймать. Мне тоже. Наконец сошлись хоть в чем-то. Не пора отдать две штуки, которые ты занял 4 года назад? Как только я верну свой быстроходный катер. Быстроходный? Ты так называешь эту развалюху? Она же на веслах. Где плавники? Плавников нет. А где же они? Лодку проверяли. Кто? Двое. Морской патруль. Я не верю ему. Он просто хочет забрать себе аванс. Теперь будут только креветки. Спорим, это были просто рыболовы, которые хотели тебя напугать. Они своего добились. Мне очень нужно. Сроки поджимают. Не могу рисковать. Ладно, заплатим больше. Деньги не нужны. Удачи. Все. Стой. Поговорим. Ты должен помочь нам. Скажи, кто они? Мы разберемся. Но я не знаю. Как они выглядят? Какая у них была лодка? Ты в деле глубоко так же, как и мы. Что делать? Ничего, ты уже много сделала. Почему вы с Китом постоянно ругаетесь? Это не ругань. Это такой оживленный разговор между нами. О, правда? Так называется? Мы неплохо ладим, просто ладим не очень часто. После школы наши пути разошлись. Кит поступил в колледж, а я уехал. Ясно. Расскажи про детство Кита. Он наверняка был ботаником. Ну да, это было невыносимо.
все записывал? Да, и еще подсчитывал. Он и сейчас такой же. Да, я знаю. Да. Кит. Где Майк? Я принес ему мороженое. Он ушел в кино с Майей. Я знаю, мороженое – это только предлог. Он пришел проверить. Прокол. За таким неугомонным братом нужен глаз да глаз. Точно. Мороженое, мороженое. О, шоколадное на шоколад. У меня аллергия. Ужас. Я забыл. Возьми ложку. Родители хотели еще одного ребенка. Я думал, брат, это круто. Нет, круто быть единственным ребенком. А вот сестра может быть жуткой занудой. Ну, по крайней мере, вы хоть не деретесь, да? Ты бы удивился. Ничего не вижу. Майк сказал, северная точка бухты Бэрроу. Это и есть северная точка. Может, стоило взять ребят с собой? Что, морской патруль всегда берет с собой детей на задание? Да, для злодеев подходят мишени поменьше. Можете это прекратить? Мы снова расстроили доктора. Это уже стало привычкой. Вижу знак. Вот, держи. Мне заказать пиццу? Ты не сообщаешь коллегам координаты? Сами справимся, мы же уже здесь. Эй, Кит, что это с ним? Они, вон! Плывет к отметке. Надпись видна? Нет, видимо, она сбоку. Зададим ей. Стой, стой, стой! Нужно сначала поднять якорь. Черт. Ну, заводи мотор. Давай. Вот и гости. Кажется, Минг про них говорил. Ты уверен? Вроде. Надо валить. Это из-за тебя провозились. Теперь не догнать. Это ведь ты сказал, что отмели здесь нет. Давай, давай. Даю, даю. Давай! Ну все, попробуй. Есть, есть. Забудь. Уплыли. Поехали домой.
ты поведешь, а ты сиди тихо и помалкивай. Неполный номер судна. Вот это? Угу. Морской патруль сможет сопоставить? Не знаю. Может, есть десятки судов с такими номерами? 10 40-футовых лодок с одинаковыми номерами в определенном порядке. Компьютер морского патруля не всегда выдает информацию. У нас есть правила, инструкции. Отлично. Скажи номер твоего значка, я сам позвоню. У тебя же есть значок? Что скажешь? Я это выдумал. Выдумал. Ты доволен? Нет. Да, я знаю, ты взбешен. Я могу взломать базу данных морского патруля, только ничего не говори моему начальнику. Во флоте не очень-то любят хакеров. Вот такой старший брат. На него можно положиться? В прошлый приезд... Ты ведь тоже не был брокером, а до этого тоже не учился в школе медиков. Ну и, конечно же, не был агентом ЦРУ. Я действительно был в морском патруле, но уже нет. А почему? Уволен. Пьяный на быстроходном катере сбил Ламантина, а я врезался в пьяного и его катер. Они вполне могли тебя и арестовать. Ну да. Я как раз разбирал свой стол и наткнулся на дело об акульих плавниках и захотел помочь. Почему ты не сказал? Зачем? Чтобы выглядеть в твоих глазах еще большим придурком? Нет, спасибо. А помнишь в детстве, когда играли в баскетбол, и у меня что-то не получалось, я говорил, переиграем, не считается. Да. Переиграть бы и сейчас, да? Но жизнь не баскетбол. Скучаю по Coral Key, а ты? Нет, там все поменялось. Да. Я по отцу скучаю. Навести? Я давно ему обещал. Эй! Тебе не хватает внимания? Иди сюда. Флиппер? О, хороший мальчик. Отличный день, да, приятель? Перестань называть меня парнем и приятелем. Слушай, я не могу называть тебя Кит. Ты парень, приятель. Опять нарываешься? Перестань. Приятель. Парень. Стой, парень. Прекрати! Мне страшно. Я хочу сказать тебе пару слов. Каких слов? Сдавайся или переиграем, да? Да? Дженнифер Барнетт! Ты мой брат, а братья не поступают, как ты. Братья прощают. Я любил ее. Но я тоже. Какой из тебя старший брат? Слабенький удар. Это все, что ты можешь?
Я все еще твой брат. Причем старший брат. Прекратите вы оба! Успокойтесь! Флиппер ударил меня! Это не удар! Вот удар! У нас драка? Все, пока хватит. Ты в порядке? Конечно. Сэнди! Кит, дай мне посмотреть. Четверг, 100 килограмм. На том же месте. Привет, мистер Утанака. Четверг. Спасибо, Господи, за суп из плавников. У нас не выйдет. Выйдет. Но в четверг это будет невозможно. Выйдет в этот четверг, в следующий и в остальные дни тоже, пока мы не выберемся из долгов. Еще останется отложить про запас. Я даже не знаю, как это делать. Другие же надежды отпали, когда отец сделал нас рыболовами. Не будет этих, если попадем в тюрьму. Мы же не забиваем детенышей тюленя, это акулы. А за акул в тюрьму не сажают. Повторяю тебе, убивать акул не запрещено. Их плавники вырезают. Живым? Да, как срывать кожу с плеча. Не надо, сообщи в отдел рыболовного промысла, это в их компетенции. Они меня отослали, сказали, не хватает ресурсов. А комитет по контролю? Там не хватает людей. Охрана? Средств нет. Почему ты задаешь эти вопросы? Я прошу у вас помощи. Я знаю, плавниковый промысел ужасен. Но есть большая разница между поимкой браконьеров и перевозчиков наркотиков, да? Понимаешь, о чем я? Я занесу в рапорт. Держи меня в курсе. Спасибо, я ценю это. Хотел бы помочь. Да, я тоже. Да. Хорошо. О, отлично. Вот он. Коп, пора нам завести друга. Готовы сделать заказ? Скотч со льдом и сделайте двойной, пожалуйста. Или тройной. Четверной, да. Лучше. Простите? Сколько можете налить? Все в порядке, милая, мы уходим. Хорошо. Эй, стойте, подождите, я вас не знаю. Мы достали важную информацию об охотниках за плавниками. Да? Эй, стой, стой, стой! Вы что, убьете меня? Посмотрим. Видишь ли, коп не любит, когда ему дают сдачи. Дают сдачи? Коп не любит, не нужно этого делать. А я не очень люблю, когда мне мешают. Вам известно, что плавниковый промысел вне закона. Нам очень жаль, это так весело. Власти данные мне штатом Флорида, вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете... Будет...
использована против вас в суде. У вас есть право на адвоката? Вопросы есть? Ясно. Ну, пока хватит. Порядок. Компьютер патруля в режиме онлайн. У них стоит защитная система для предотвращения несанкционированного доступа, но я ее взломала. Это было трудно. Заберешься в базу? Легко, нет проблем. Знаешь, меня могут посадить за это. И все из-за тебя. Я нашел их. Кто это? Кто это тебя так разукрасил? Ну, начал вообще-то ты. Я начал? Круто. Не помнишь? Неужели все из-за девчонки? Не из-за девчонки. Дженнифер Барретт. Моя невеста. Моя тоже. Я был первым. Невеста? Это было давно. Не так уж и давно. Сэнди похитил ее. Взял на рыбалку. И специально причалил к пустынному берегу. Мы оказались там совершенно случайно. Знаешь, как долго они звали время на помощь? Летит. Два дня. Тогда мы обручились. Прекрасные дни. Помочь твоей опухшей роже? Эй, вы, прекратите! Где она сейчас? Без понятия. Не знаю. Нашла одно совпадение и адрес. Дай-ка. Если мы вернем тебя в должность, больше никогда не спрашивай меня об одолжении. Я сам буду твоим должником. Нет, 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 мне не надо одолжений. Вы можете это прекратить? Да. Если найдем, что ищем, мы выманим их. Лодку они знают. Выходи в море, а мы за тобой. Где будете? Я на их лодке. Можно все проще сделать. Нет, это личное. Никто не может бить брата, кроме меня. Жди сигнала. Какой сигнал? На ходу решим. Недобор. Это очень плохо. Что скажем Танаке? Да ничего. А если он что-то заметит, мы это дело свалим на Минго. Вот почему ты мой брат. У тебя на все есть ответ. Круто. Мы тоже братья. И улыбочку на память. Давай! Заводи скорее мотор, уезжай! Вот так сигнал. Бежим. Я же просил тебя спрятать плавники. Ты мне не веришь, что ли? Я верю, но они могут лишить нас бизнеса из-за этих фото. Черт, мы можем вообще сесть в тюрьму. А что делать? Догнать их, идиот. Сколько дадим времени? Пару минут, чтобы не догнали Пэм. Эй! Мы не на той лодке! А, черт! Черт! Нет ключа! Так, отойди, отойди. Давай. Что ты делаешь? Ты?
Помнишь время, когда я был угонщиком? Да. Так это была правда? Чёрт, Дарби, ты сказал, убивал акул, а не людей. Убери это. Прекрати ныть! Блин, за рулем какая-то девчонка, я не вижу этих парней. Вон они сзади. Я разберусь. Возьми руль! Возьми руль! Но только пригнись! Пригнись! Давай, давай! Давай! Эй! Не. Не. Раз, два, три! Промахнулась. Неужели? Не мог сказать раньше. Ты должен был прыгнуть дальше. У тебя не лучше получилось. Нам не везет друг с другом, потому что подобное случается с детства. И чуть ли не каждый день. Да. Вы сделали что-то действительно очень глупое. Смешно. Нам это не свойственно. О! Что за... Ныряй! Глянь, Дарби, они что-то замышляют. Где они? Спасибо большое. Недооцениваешь врага. Это был предупредительный выстрел. Ты знаешь, куда будет следующий. Это были всего лишь акулы. Подумаешь... Садитесь. Спасибо вам. Спасибо, ты спас меня. Спасибо. Не за что. Тебя восстановят? Кажется, похоже на то. Хорошо, тогда ты сможешь вернуть мне две штуки. Какие две штуки? Две штуки баксов, о которых ты забываешь. Нет, меня и тут обманули. Уходя, она забрала то кольцо с собой. Ты купил ей кольцо на мои деньги? А что мне оставалось? Не дарить же ей твое. Фильм переведен и дублирован отделом кинопоказа телерадиокомпании «Петербург, 5-й канал».